Великий Новгород номинирован на престижную международную премию «Золотой трезине». В номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры» участвует проект строительства Софийской набережной реки Волхов. Народное голосование определит обладателя специального приза зрительских симпатий. Для того, чтобы поддержать наш город, нужно нажать значок «Лайк» внизу страницы проекта. Участок Софийской набережной, представленный на конкурс, до реализации проекта представлял собой неблагоустроенную территорию. Началом набережной можно считать ранее реализованный сквер водников. Большой популярностью пользуется сухой фонтан с музыкальным и световым сопровождением, востребованная и детская площадка, велосипедные пешеходной пешеходные дорожки с установленными скамьями и габионами. Отмечено в заявке на участие в премии. Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой трезини» основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменика Трезини, первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания 12 коллегий и других шедевров Петровского барокко.